Андреа, хотел бы сегодня поздравить с 70-летием своей родной победы в Минске. 8 часов времени спортивной карьеры я провел в этом родном клубе. Ну и хотел бы пожелать, чтобы хоккейный клуб в данный момент не останавливался на достижении, потому что очень много хороших, достойных игроков вышло в Динамо-Москву. Пожелаю, чтобы как можно дольше и чаще много народу могли хоккейные тренеры воспитывать со своим родным достойных игроков. Тем более, что большая часть этих игроков на сегодняшний день входит в состав национальной сборной Беларуси. Ну и конечно, все, кто работает на сегодняшний день в родном Динамовском клубе, пожелать здоровья, счастья, если возможность, поздравить с Новым годом, ну и пожелать всего-всего самого лучшего, больших спортивных успехов.